Добрый день, друзья! Сегодня у нас 26.07.2018 год. И я вас приглашаю на увлекательную экскурсию в дельфинарий Ноутрище. Это единственный дельфинарий, в котором я был. Был в нем несколько раз, но был в таком далеком прошлом, что здесь еще не было вот этих вот заборов океанариума. Был только один дельфинарий, и ради него люди приезжали на Ноутрище. Он был единственным в Анапском районе в открытом море. Сейчас у нас еще есть и в Витязево, и на Джимате, получается, дельфинарий. Ну, вот этот был единственный. Мы сюда приезжали, еще, знаете, чтобы вообще все запомнилось, в ракушечке, в мидии были такие вот вкусняшечки, можно было покушать их. Как они, несколько мидий там прям лежали. В общем, мы заплатили, хочу показать, цена. Детский 300 рублей до 5 лет, взрослый 800, комфорт места за 1000. Фотосъемка платная, 100 рублей отдельно оплачивается. Большущую очередь тут отстояли, чтобы взять эти билеты. И пойдем все так на вход. Ну, сам проход снимать не буду. Я думаю, это не настолько интересно. Сейчас же у нас Ноутрище, получается, используют для купания в чистом море. Но насколько чистое, можете посмотреть сами. Мусор и здесь плавает. То есть, если есть выброс, он везде. И мы с утра приехали, пока был штиль, водичка была чистая, прозрачная. А потом же началось вот как-то не очень волнение. И поплыл мусор опять-таки к нам. Здесь вы можете посмотреть, вот сейчас возвращается с рыбалки катер. Цена на рыбалку на Ноутрище такая же, как и в Анапе. Вот все в одной стоимости. Я слышу, здесь работает музыка. Так что есть такая тематика, что будет бан по Ютубу. Ну, да ладно, жду вас в комментариях. Напишите. Купаниями с дельфином, катание на лодке, оплата за фото и видеосъемку. Девушка, фото-видеосъемка. 100 рублей, в общем, еще просят с меня здесь взять, показываю все остальное. Такая наклеечка дает мне возможность за 100 рублей производить фото и видеосъемку. Сейчас надо оценить масштабы здесь, что как выглядит. Через полчаса начнется представление. На открытом воздухе видите, есть навесы от солнца. Экскурсии, получается, запускаются они в 11:15 и в 17:00. Вы можете приехать своим ходом, купить абсолютно сами здесь билетики и наслаждаться представлением. Здесь я смотрю, вон дельфинчик поплыл, его видно уже. Красота. И вот так вот все это выглядит. Пока еще нет представления, можно посмотреть. Но здесь водичка, конечно, чистая. Ах, там резвятся дельфинчики в загончике. Жалко, конечно, за бана. Будет грустно, но да ладно, пойдем посмотрим, что здесь еще. Есть попкорн, на территории есть кафе. Идет фото-видеосъемка не только у меня. Люди снимают друг друга. Мы все делаем четко. Светлан, вот видишь средний столб и комфортные места. Вот самые ближние займи, вот где видишь. Вот бабушка с дедушкой сели, и вот на эти ряда, вот они уже туда садятся. Поднимайся. А? Ну да, видите у нас, короче, я ничего не вижу. Так, фото с белым китом. Показываю. Еще такие вот цены на фотографию. Катание на лодочке. Но здесь примерно то же самое все написано. Дельфинарий, что-то фото вот с белухой, получается. На вкусную рыбку дельфина можно. И там, я так понимаю, вольеры. Все, двигаемся. Вот эти дельфинарии. Можно дельфинчика посмотреть. Красота. Так вот, фото-видеосъемка платная. Я сразу же косякнул и потерял эту наклеечку. Здесь на территории также присутствует туалет. Мужской и женский, туалеты, в принципе, приличные, они абсолютно бесплатные. Давайте посмотрим, что еще интересного есть перед тем, как начнется само представление. Я думаю, это, ну, приятный такой просмотр территории. Все-таки интересно, что мы получаем за эти денежки. Ну, так вот красиво тут, в принципе, оформлено. Камни не закреплены, проход запрещен. Краудзона с якорем. Можно искупаться, ну, как, постоять, я так понимаю, это... рабочая амуниция, как сказать, тренеров дельфинов. Здесь также есть вот такая вот статуя, смотрите, ребенок голову засунул.
Титу. Написано на скульптуру «Влезать запрещено». И, конечно же, тут мальчик, который туда залез. Есть также небольшое что-то типа кафе, в котором можно приобрести напитки и так далее и тому подобное. Хот-дог 60 рублей. Там. Водичка, соки 50, 70, 80. Так, что еще интересно. Попкорн есть, сладковато. Есть всякие разные сувенирчики. Я видел, самое важное, смотрите, что я тут нашел. Это доска подсчета, я так понимаю. Это все ребята, я их назову так, которые участвуют. Здесь вот также краб есть такой красненький, большой, интересный. И давайте посмотрим. Они, правда, фотографии выцвели уже. Альф, Дани, Зепп, Ирвин, Ника, Даша, Капитон, Пипа, Рэм и Нолик. Вот все, скорее всего, участники, которых мы сегодня увидим. Давайте посмотрим, что здесь есть за сувенирчики. Тут ценники на них приклеены. Можно посмотреть сразу, что почем стоит. И тарелочки по 250. Что-то шарики 250. Тут 250, 350. Дельфинчик он 450. Такой тарелочка вот за 600 рублей. Ну, всякая разнообразная тематика именно с дельфинами, дельфинарием. Присутствует, можно полотенчики с дельфинами купить. Это вот не знаю, что такое. Мороженое имеется. По 80 ре, по 100 ре. Так, и мы двигаемся дальше. В общем, ждем начала. Итак, ребята, уже скоро, через 5 минут буквально начнется представление. Покажу вам, сколько людей. В основном все почему-то садятся на нижние места. Я выбрался, как всегда, из кинотеатра в центр, примерно возле комфорт-мест. Комфорт-места не все заняты, но они на 200 рублей дороже. Показываю вам, сколько людей сидит. Там с правой стороны у нас купаются дельфины, с левой стороны белый кит. Он там, как его называют, белый кит, я честно не знаю. Там еще вижу в вольерах дельфина. А вот где морские котики? Где же вы, котики? Они, наверное, туда далее, в закрытых вольерах, но я надеюсь, что мы их увидим. Здесь также происходит розыгрыш, каждый покупает за 100 рублей шарик, и этот шарик в конце можно будет бросить в воду. Если его выиграет дельфин, то какой-то приз от дельфинария. В общем, мы все в ожидании, скоро все начнется. Еще секундочка, для вас всего лишь мгновение, для нас здесь 5 минут. На большом утреннем... Все, начало! Ура! Ура! Еще громче! Вот! И не забывайте также громко аплодировать во время выступления артистов. Да и вообще у нас сегодня разрешается все. Можете кричать, можете вещать, свистеть, потому что самые веселые и шумные гости будут получать подарки. Подарки любите? Я тоже люблю. Ну и артисты любят подарки, но для них самый лучший подарок – это ваши улыбки и самые громкие аплодисменты! Ну, видите, друзья, дарили так и дарили, прямо сходу. Очень приятно. Но пока наши звезды готовятся к выходу, я вот хотела бы у вас спросить, скажите, откуда вы к нам приехали, ну и как долго до нас добирались? Красноярска, 4 дня в дороге. Помимо дельфинов, здесь можно посмотреть по сторонам. С Казахстана даже приезжает нам гости с зарубежья. Красота. С Дальнего Востока. С ума сойти. В такую даль. Здесь есть маяк. Пермский край. Термики. Здесь Чистовинка. Сышевска. Ну? Перекличка городов. Откуда кто приехал. Наш адрес ни дома, ни улица. Правда? Ну, кричите! Сышевска! Слушайте, по-моему, у вас тут земляки где-то тут рядышком промелькнули. А ты откуда? Шумный. С Белгорода. Она. Ой, какие там симпатичные пацаны подрастают. Ты откуда приехала? Девчонки, берите на заметку. Сразу в Белгород. Так совершеннолетними станется. А вы откуда? Уфы! Вот какая команда шумная. Ну, кричи. Екатеринбург! Привет, столичные! Привет! Ну? О, местные! Ой, сколько людей. Ну вот видите, мы даже у местных пользуемся популярностью. Конечно, а мы... это лучший дельфинарий. В моем понимании, я, конечно, сравнивать ни с чем не могу, но... Вот у нас еще и северная столица здесь есть. Какая у нас уже география выписывается. Ну, говорите, катерами. Девчонки. Все, все, Северодвинск. Ничего себе, как... Сколько дней в пути-то были? Мы ждем дельфинов. Три!
пожиреловым лесом. А море, взгляните, какое! От горизонта до горизонта. И воздух у нас чистый, свежий, морской. Хотя сегодня немножко душновато. Но, друзья, к нам же приезжают гости не только с самых дальних уголков нашей необъятной страны. К нам приезжают гости даже с самого дальнего зарубежья. Не только с Казахстана. К нам приезжают гости с Латинской Америки. Да, вот совсем недавно к нам прибыла парочка туристов с берегов Чили. Представляете, им пришлось облететь половину земного шара, и вот они уже торопятся к нам. Узнаете, кто это? Какие же это котики? Львы! Самые настоящие. Ты видишь? Друзья, а лев вон, это вон, кто? Вон. Правильно, царь зверей. А львы у нас морские, поэтому цари морей. Это южноамериканские морские львы. Друзья, вот посмотрите, царь со своей царицей путешествует. Значит, не просто царская семейка, это самые настоящие артисты. Очень талантливые, ну и чуточку капризные. Поэтому, если вы будете встречать артистов в такой тишине, да не просто не вот, пошел. Царица. Царь. Так, и пропустил. О! Огонь просто! Да, и походка у нас царская, вальяжная. Ну, давайте познакомимся с нашей семейкой. Для вас выступают южноамериканские морские львы. Красавица и умница, сеньора Пипа. Ну-ка, Буэнос Диас, амиго. И царь, просто царь, капитан. С ними работает друг и тренер Петр Владицын. А с друзьями нужно здороваться, правильно? Вот так вот. И поздороваться, а не с поцелуями к тренеру приставать. Ну, вон как капитан, смотрите, так раз, так рука у вас на пошатие. Молодец, капитоша. Правда, артисты с собой привезли целый багаж интереснейших трюков. И прямо сейчас мы приступим к показу только при одном условии, друзья. Вы аплодировать будете громко! Ребята, а что вы так потеряли-то? А? Нет, вы что, трюки потеряли? Петь! Да что у вас там происходит-то? Я так и знала. Нет! Извините, просто наши артисты так торопились выйти к вам на сцену, а прибрать ее забыли. Да? Стыдно, да, вам? А мне-то как стыдно. Смотрите, сколько у нас гостей. А у вас тут беспорядок. О, стыдно. Друзья, уж извините, пожалуйста. Ну, мы сейчас быстренько все исправим. Никуда не торопитесь. Буквально полминуточки, и сцена будет сиять чистотой. Да-да. Так, группа поддержки, а вы тоже прохождаетесь. Ой, сцена. На ходе люди идут в бой. Все? Петя, Петь. Ну, сцена-то готова, можем начинать уже программу. А? Спросить у них? Что скажете? Правильно, а что еще говорить? Аплодировать нужно! Так, язык поставил. Ну, согласитесь, не каждый день увидишь, как цари уборкой занимаются. Это тут раз и чистота. Здорово! Друзья, чистота это что? Правильно, залог здоровья. А в здоровом теле здоровый дух! Точно! Ну, капитан, срази гостей на повал. Вау! Это ничего себе. Что-то нереальное просто.
может. Ну что, мужчины, повторить слабо? Вот-вот. Слабо. Мужики, ну что я могу сказать? Спортом надо заниматься, да? Даже на отдыхе. Ну а что у нас, девчонки, на отдыхе? Даже на пляж выходят красавицами. Да, девочки? Конечно. Ну, у нас Пипа не исключение. Тоже любит принарядиться наша царица. Она будет украшать себя жерельями, а вы считайте, сколько она их поймает. Оп! И аплодировать не забывайте! Внимание! Готовы? Пипа! Пипа! Ой! А куда же аплодисменты наподевались, правда? Пипа! Осталось последнее колечко, капитан, не переживай, справимся. Да-да-да, я вообще восторг. Посмотри, как группа поддержки на трибуне. Вуаля, красавица. Вау. Она для тебя напоминает. Не сильно, для такой красотки даже аплодисменты не жалко дарить, правда? И самые громкие. А видели, как капитан за Пипу переживал? Все пытался в воду нырнуть и вместо нее колечки ловить. Капитош, тебе эти колечки только на нас поместятся. Мы тебе вон какой подготовили. Как раз для тебя. Это да. Дикий восторг просто. Все, девушки на отдыхе в купальниках. Вот и открыт секрет мощной шеи капитана. Это благодарность тренеру. Да, за то, что Петр капитана приобщил к спорту. Посмотрите, какой результат. Видно? Какая прекрасная спортивная фигура. Какой рельеф, какая мускулатура. Так, подождите. Ну мы же все-таки на отдыхе, верно? Конечно. Друзья, а отдых должен быть каким? Активным! Вот это ладно. Вау! Ой, друзья, простите, эмоции просто через, не знаю, не могу. Сета, ты так можешь? Ты так сможешь? Да. Надо брейк-дэн. Вот, друзья, вот как нужно отдыхать. Запомнили? Да, нужно же совмещать приятное с полезным. Машу, танцы, они же и для души, и для фигуры подходят. Не верите? Ну-ка, капитан, давай нам свою фигуру. О! Что? Не рассмотрели? Хорошо. Капитуш, давай еще раз на бис. Девочки, вы где? Эй, ну
Аполлон. Ну ты хоть видел, кто у нас на трибуне аплодировал? Видел? Да? Точно? Нет, вы посмотрите, ну настоящий царь. Сразу несколько дел успевает делать, верно? И выступает, за зрителями присматривает. Ну и, конечно, видит у нас тут на трибуне самых симпатичных и веселых девчонок. Держи, тебе с любовью от капитона. Ну, друзья, конечно, всех своих гостей капитон очень любит, правда? И для вас, для всех подготовил подарок. Смотрите об этом детали. Все девушки на нашей трибуне в тебя просто влюблены. Правда, девочки? Да, посмотрите, мечтал мужчина. Молод, красив, талантлив, а спортивен-то как. Девочки, только слишком на него не засматривайтесь. Смотрите, какая у него рядышком. Спортсменка, да, царица. Ну вот скажите, какая самая популярная игра у моря? Волейбол. Футбол был очень актуален. Да вообще не важно, какая игра. Главное, чтобы был мяч. Кто нажал брать этот футбол играть? Ну что скажете? Достойная пара капитану? Конечно. Вот видите, какие у нас туристы. Спортивные. Отдых у них. Что ни на есть, активный. А хотите, я вам секрет открою? Хотите? Наши спортсмены увлекаются экстремальным спортом. Фридайвинг. Слышали о таком? Но это когда спортсмены на задержке дыхания погружаются на огромную глубину. Чемпионы могут погрузиться на 150-метровую глубину. Представляете? Мы бы вам продемонстрировали такое погружение. Правда, глубины у нас сейчас этой нет. Поэтому мы решили, будем брать высоту. Друзья, но без вашей поддержки высоту взять не получится. Да-да. Аплодисменты должны быть самые громкие! Полетели! Петь! А, Петь! А что произошло-то? Ну вот, друзья, ваших аплодисментов хватило только на одного капитона. Да-да! Пипа! Пип! Все! Расстроились! Так, давайте хватит прохлаждаться, выбирайтесь быстрее на сцену, а то наши гости ладошки себе отобьют, а у нас еще вся программа впереди, правда, друзья? Да, кстати, а вы можете как раз понаблюдать за нашими пловцами. Между прочим, морские львы – прекрасные пловцы. Заметьте, в процессе эволюции конечности этих животных превратились в ласты. Вот поэтому они не плавают, а просто парят в воде. Ну что, может, воспарим над водой? Пипа! Промахнулась. Зато какой полет был красивый! И аплодисменты громкие!
Нравится? Здорово! А скажите, у нас на трибуне есть любители экстрима? Есть? Конечно! Ну тогда для вас экстремал. Сейчас на нашей сцене будет разыгрываться смертельный номер. Друзья, у кого слабая нервная система, советую прикрыть глаза. Нет? Ну, голову упасть. Голову упасть за что? Капитон переживает. Капитошка переживает. Смотри, все гости живы, здоровы, вполне веселые. Поэтому продолжаем нашу спортивно-развлекательную программу. Готовы, Пипа? Друзья, вы готовы принять участие в нашей игре? Готовы? Девчонки, поддерживаем Пипу! Самыми громкими аплодисментами! Нет! Пипа, да ты не расстраивайся. Сейчас мы все исправим. Правда, девочки? Правда. Ну что, может быть, добавим чуть-чуть громких ноток? Пищать будем! Вот это я понимаю громкость. Как завизжали тут и мячик сдуло с носика. Пипа, вообще-то нужна третья попытка. Есть! Так, я 20 минут на одном дыхании, 17-30, около. Давай, Пипа! Мяч переходит к капитану! Готовы? Ну, у кого руки свободны, должен быть и веселым, и активным. И самое главное, отдых должен быть запоминающимся. Ну а ваши аплодисменты, чувствую, нашим артистам запомнятся надолго. Друзья, так вас же благодарить нужно за такие аплодисменты, верно? Да, правда, языка нашего еще артисты не выучили. Поэтому благодарить будут на своем, на львином языке. На капитона смотри. Как тяжело себя чувствовать, ребят. Кстати, мужики, смотрите, с пивом, что это дело. А нет, маска лавка. Вот он настоящий глаз царя.
Друзья, а я все-таки осмелюсь быть переводчиком наших туристов. Пипа и Капитон говорят, что они просто счастливы. Всех вас сегодня видеть в гостях у нас в дельфинарии. Да, Капитон? Да. И благодарят вас за внимание и самые громкие аплодисменты. Только обнять. Для вас сегодня выступали гости с далекой Латинской Америки. Южноамериканские морские львы. Пипа, Капитон. Вот это сладкая парочка. С ними работал друг и тренер Петр Фатицы. Друзья, а вам понравилась наша парочка? Да? Капитоша, как тебе гости понравились? Еще бы! Особенно девчонки! Но сегодня прям как на подбор. Ну, все красавицы. Да, вот тут я смотрю, Пипа и разволновалась. Еще заберут такого красавца мужчину, да? Пипа, Капитон, только твой. Но мы провожаем артистов так, как они того заслуживают. Разные тренера, разная рыба. Вот видите, друзья, какие гости приезжают к нам в дельфинарии. Царские особы. Да и вообще хорошо, когда приезжаем в гости. И чем больше, тем лучше. Правда, мы с вами сегодня что-то совершенно забыли о местных жителях. Кто это? Ну, конечно же, дельфины. Друзья, правда, край у нас многонациональный, так? И дельфинов тоже очень много национальностей. Свыше 50 видов. Пропустили дельфинов. Но только в Черном море обитает всего 3 вида дельфинов. Это самые маленькие дельфины. Азовские. Азовки. Их еще называют морские свиньи. Умеют они хрюкать. Также есть дельфины белобочки. И самые нами любимые и самые популярные артисты всех дельфинариев мира. Дельфины... Афалины. Они чем-то на нас похожи. Их так и называют люди моря. Они так же, как и мы, теплокровны, так же дышат атмосферным воздухом. И живут они семьями, как мы, только большими семьями-кланами. А в каждой семье рождаются малыши. У нас прошлым летом родились дельфинята. Вон они уже подросли. Многому научились и знают. Когда приходят гости, папу и маму отвлекать не нужно. Ведь гости дарят аплодисменты! Вот это да! Ай-яй-яй-яй-яй! Вот он огонь! Вот это да! Блин, аж мурашки по коже, ребята, это просто посмирять. Вот наша дружная семья. Знакомьтесь. Тихо, Николь, Ника, Ирвин, Юрий, Вячеслав. А наши крышечных дельфинят зовут Нортик и Нюша. А за ними присматривает нянюшка Вера. Друзья, звали дельфинов? Идем к вам, встречайте! Вот это да! Вот это счастье! Столько гостей, столько улыбок и радости! И так хочется с каждым из вас поздороваться, так по-настоящему, по-дружески! Что рука, пожатие! Друзья, ну, если есть руки, есть плавники, ой, то будут греметь! Аплодисменты!
Смотри, смотри, смотри. Довольно увидела дельфинов? А? Увидела дельфинов, блин? Не видишь? Смотрите, они плавниками по воде шлепают. Аплодисментов! Вот, вот, поняли. Но нам пора уже выбирать, кому дарить подарки. Самый веселый! На веселые, оказывается, у нас все гости. Поэтому этот подарок от дельфинов для вас, для всех. Маленький, смотрите, тоже повторяет за Саша. А подарок понравился? Друзья, вам только что подарили ускоренный сеанс дельфинотерапии. Да, песни дельфинов благотворно влияют на нас, людей. Улучшает самочувствие, поднимает настроение. Но вы же знаете, где поют, там обязательно будут танцы. На танцпол вышли наши папы. Да и мамы у нас не стоят в сторонке. Да и гости не сидят в тишине. Смотрите, один маленький дельфин веселый получается. Смотри, смотри на дельфина. Вот так, вы еще танцевали и танцевали. Аплодисменты с удовольствием. Слушайте, а вот посмотрите, у нас Нордик остановиться не может. Так зажигает. Ну, конечно, ведь хочется научиться и танцевать, и петь. И так же красиво прыгать, преодолевая препятствия, как папа и мама. Хотя вы знаете, друзья, в природе дельфины никогда не перепрыгивают через незнакомые препятствия. Ну, не знаем почему, но это факт. А у нас в дельфинарии возможно все. Фантастика! Вы видели? Красота, грация и все это дельфины. А с какой легкостью они взяли препятствия, заметили? Да и вообще дельфины легки. Легки на подъем. Ну вот скажите, друзья, вы в дорогу как быстро собираетесь? Долго? Да, но тут некоторые пока чемоданы соберут. Билеты закажут. А мы вот так, недолго думая, раз, и приступили к играм, пока вы чемоданы собирали. Друзья, на аплодисменты еще никто не отменял. Вот это да! Браво! Нордик, не переживай, у тебя тоже получится. Ты же у нас вундеркинд. Ну-ка, смотрите, глядя на взрослых, и малыши стараются с
все за ними повторяю. Да-да, еще день-другой, и также будут ловить мячи. Друзья, по-моему, нам пора уже в путь отправляться. Как вы считаете, чемоданы-то собраны, а мы в путешествие отправимся налегке и с ветерком! Это да. Я в шоке просто. Они на дельфинах катаются. Смотрите, я вот за двумя не успею, за ним успею. Встречайте путешественника! Самые быстрые на свете! И в море дельфины! Ну что, друзья, путешествие такое впечатляет? Я простите, как да? Здорово! Ну что, кто едет на дельфинах кататься? А, ну да, какой же русский не любит быстрой езды, да? Я знаю, кто поедет. Я же за вами за всеми наблюдаю, правда? Я вижу. Так, иди сюда. Иди. Давай. А как тебя зовут? Золотой. Растерялся. Ну, говори. Я живу из Москвы. А, в Москве живет. А зовут-то тебя как? Глеб. Глеб. А сколько лет тебе, Золотой? Мама, дублируем. Сколько? 5? Ты тут вообще не скажешь. Смотрите, взрослый парень какой, правда? Можно мы покатаемся на дельфине? Мама, я не знаю, правда. Мам, да не переживайте. Он же уже взрослый парень, еще год-другой в армию пойдем. Правда, Глеб? Точно. Глеб, ну ты же понимаешь, что так кататься на дельфине учиться нужно долго. Поэтому мы тут тебе пока на первый раз, смотри, что подготовили. Лайнер. Правда, он у нас одноместный, но очень комфортабельный. И с личным капитаном. 7 футов под килем, на мореплаватели! Если хочешь быть богатым, если хочешь быть счастливым, оставайся мальчиком на траве, будешь лучшим, как Рэмбо! Глеб, ты маме рукой помаши! Маши рукой, Глеб! Мама, все отлично! Ах, вот она сказка! Друзья, ну вы не расстраивайтесь. Сегодня после программы, в сказку отправится абсолютно каждый. И самые маленькие, и те, кто молод душой. Ну что, кто едет кататься на дельфинах после программы? Тогда быстрее поднимаем вторую руку! И аплодируем! Правый угол. Брейк-данс здесь не нашел. Не останавливайтесь! Так что-то будет, смотри. Прыгни. Ох, и эти дельфины! Ну, никогда не стоят на месте. Всегда в движении. Всегда вперед! Навстречу мечте! Что это, да? Да, друзья, а мечты, они сбываются только тогда, когда в них веришь. Согласны? Конечно. Так, подождите, ребята. А как же такими мечами-то нам играть? Вот тут нужна смекалка и сообразительность. Друзья, а я думаю, вы уже сообразили. Аплодировать нужно громче! Спасибо,
сообразительный морской народ. Да-да. И действительно, даже животными как-то язык не поворачивается назвать. Они настоящие люди. Веселые! Друзья, а когда с трибуны гремят аплодисменты, они могут взять дорогую высоту. Вот это. Вот видите, еще чуть-чуть и точно допрыгнули до неба. Представляете? О, а у меня идея. А давайте-ка мы сейчас такой прыжок на картине запечатлим. Представляете, как красиво будет? Дельфины на фоне неба. Море. У нас все для этого готово. Так, чистый лист бумаги, кисти, краска. Так, натурщица. Только как-нибудь поэффектнее, так, перед художником. Ой. Ну, чуть-чуть не удержались. Друзья, ну как? Красиво? Красиво. Очень даже. А знаете, ведь картину для вас пишет, друзья, знаменитый художник Ирвин состоит в союзе художников, дельфинов. Черного моря. Да, его картины находятся не только в частных коллекциях. Картины нашего автора выставляются даже в самых знаменитых картинных галереях. Не шутка. Со всего мира съезжаются люди, чтобы посмотреть на работы нашего абстракциониста. А потом, представляете, у них выстраиваются длиннющие очереди, чтобы к этой картине прикоснуться. Дело в том, что совсем недавно выяснилось, что если загадать желание и прикоснуться к этой картине, сбывается, лично проверено, и не один раз. Потому что наш художник в картину вкладывает всю свою душу, она становится волшебной. Представляете? Ну что, кто-нибудь горит желанием забрать шедевр в свою коллекцию? Есть? Наверное, желаний накопилось много, правда? Валя, что будем делать с картиной-то? Дарить. Дарить будем картину нашим зрителям, самым веселым. Я уже видела. Представляете? Вот, Валь, идемте сюда. Вот тут такая девчуха. Она маленькая. Так кричала. Мама даже кляп в рот воткнула. Говорит, тише. Зато танцевать начала и аплодировать. Вот дарите ей за ее активность. От души. В нашем дефинаре там гадиги продают, тот сон устраивает, там по 1,5-5 тысяч. Они всегда такое что-то выдумывают для своих гостей. Просто восторг. Вот, я думал, сейчас будет понял. Что придумали. Смотри, смотри. А, я вообще... Восторг, дикий восторг. Ой, подарили картинку. Танцует он, ламбада. А, это в парочке танцует. Это да. Как это то, что снимают, а такая память просто останется. Я уже не был, вот реально был в детстве, я говорю, уже много чего здесь изменилось. Вот оно счастье. Да, дельфинье счастье жить в море. Вот бы нам сейчас чуточку этого счастья, правда, друзья? Да, вот сюда в море, к дельфинам, поплавать с ними и закружить с ними в танце. А сейчас где-то выпрыгнул. Ну что, друзья, сказано... Вот. Сделано!
я в детстве не понимал всю эту рутизы. Это надо смотреть реально не в детстве, это надо смотреть сейчас. Поплавать с дельфинами? Вы поплаваете сегодня с нашими артистами прямо в море! Друзья, но я уверена, что и наших артистов мечта исполнится. Они услышат сегодня самые громкие аплодисменты! Смотрим, вот прыжки. Тренер отошелся, да? Это нечто. Сейчас обратно. Вот видите? И наших артистов мечта исполнилась. Аплодисменты были, что надо. Вы видели, с какой легкостью они сняли препятствия? Прыгнули точно в центр колец. А вы хоть успели сфотографировать этот момент? Не все? Не расстраивайтесь. У нас впереди еще будут и прыжки, и интересные трюки. Что же интересно, я пока чтобы на ваших фотоаппаратах памяти хватило. Хватит? Аплодисментов-то еще хватит? Аплодисменты, аплодисменты, пожалуйста. Ай-яй-яй, красавцы, все, все будет. Ну это вау. Дельфинов, и любуешься. Вы посмотрите, как у них все здорово получается. Они поют, танцуют. Они такие прекрасные картины нам рисуют. Они добрые, умные, игривые. Друзья, конечно, дельфины самый игривый морской народ. И в игрушку способны превращать все, что летит, в воду. Один кружит. Все не помещаются даже, ребят, это вообще восток, восток. Вот сейчас все попали. Дикое, дикое восхищение. Я просто вот знаете, такие вот. Детские инстинкты все проснулись, я счастлив. Это лучший выходной, наверное. Да, друзья, если загораются звезды, значит, это кому-то нужно. Вот оно, самое настоящее созвездие. Созвездие дельфина, которое сияет при свете дня. Ну, а скажите, вы когда в небе видите падающую звезду, что делаете? Успеваете? Тогда быстрее, друзья! Звездопад! Вау! Йо, они все достали по своему мячу, представляете? И ваше желание обязательно исполнится. Ведь вы его загадали там, где сбываются мечты. Но когда общаешься с такими звездами, время пролетает быстро. Вас сегодня радовали и удивляли артисты Анапского дельфинария. Тренер Юрий Руднев! Тренер Вячеслав Панаидис! И наши братья, братья по разуму, черноморские афалины. А за нашими крошечными звездочками, за Мордиком и Нюшей присматривала нянюшка. Вера! Друзья, мы с дельфинами, мы не расстанемся никогда. Ведь в наших сердцах останется частичка света.
тепла, да. Любви, что подарили восхищение вам просто. Наши артисты. Что будет еще прыгать? Сашка, потанцуй пока. А? Да. Вот, да, фейерверк. Ну, конечно, это плечо, когда они все хвостами по шарам, это нечто. Огромное вам спасибо за ваши улыбки, за самые громкие аплодисменты. Но расходиться не спешите. Оставайтесь на своих местах. Те, кто до начала программы приобрел мяч с номером, спускаются на набережную. Пришло время игры. Друзья, у кого нет мячей, останьтесь на своих местах. Дайте пройти участникам игры. А заодно посмотрите на игру и поболейте за игроков. Так, девчонки, мальчишки, ко мне быстрее подходим. Я вообще восхищен, мне а также их родители. Быстрее. Становитесь вдоль ограждения. Напротив сцены мячи держим в руках. Давайте, да, малыши, а пропустим вперед, а кто повыше и постарше, вторым рядом становится. Так, а самый маленький вперед. Я еще думал идти, не идти, и теперь вот, думаю, что стоило. Никому я там ничего не перекрываю, смотрим. Пойдем туда. Для защиты. Все спустились, мячи держим в руках. На счет три. Тише, не про... Девочки, мальчики, на счет три. Дружно бросаем мячи в центр вольера. Готовы? Раз, два, три. Я успел. Вот. Вот сейчас мы узнаем, кому удачно улыбнется. Кто из дельфинов выйдет на сцену с мячом? А вот наша удача. В лице Ирвина улыбнулась обладателю мяча под номером 57. Твой мячик. А где номер? А, все, у нас мама расписная. Да посмотрите, вон вам дельфины аплодируют. И вся трибуна. Девчонки. А я вам вручаю в подарок, девочки, вот это приглашение на бесплатную фотосессию с нашими артистами. Да, фотосессия всей семьей. Так что собирайтесь, идем фотографироваться. Друзья, нужно. Друзья, вы тоже можете сфотографироваться с нашими артистами. Посмотрите, как будет выглядеть фото. Семейка. Дельфин специально для вас выйдет на сцену. Вы к ним подойдете, рядышком присядете, погладите дельфина. Не забудьте заказать желание. Обязательно исполнится. Наш фотограф вас сфотографирует или на ваш фотоаппарат, или на фотоаппарат дельфинария. Билеты на фото приобретают в кассе номер один с левой стороны трибуны. Друзья, кто желает сегодня прокатиться на нашем лайнере, управляемом дельфином, или есть желающие поплавать с дельфинами в море, здесь, в центральном вольере, за билетами обращайтесь к кассу номер 2. Она находится красавца, с правой вообще. Стороны трибуны. Все, реклама, реклама пошла. Друзья, благодарю вас за просмотр. На лайнере также проходят. Мне зашло. Вообще дальше дельфинарий зарабатывает еще денег сверху. Ну а мы с вами прощаемся. До свидания. Не забывайте. Жду вас в комментариях, как вам понравилось или нет. Всем хорошего настроения. Это того стоило. Там 800 рублей потраченные на билет за взрослого. Восхитительные эмоции. И даже вот сюда ездят, получается, с Анапы у нас есть экскурсию. Можете к Светлане обратиться, друзья, вам все расскажут. Приехать именно в дельфинарий и потом уехать обратно на корабль. По-моему, есть такая возможность, если я не ошибаюсь. Вот эти дельфины собирают шарики. Если вы решили сфотографироваться, посмотреть на этот потрясающий вид. Но я побежал снимать походное видео. Сегодня будет оно тоже очень и очень интересное. Фото будет в рамочке. Всем пока-пока. С видом дельфинария и фотографиями.